Всем привет! В сегодняшнем обзоре мы продолжаем знакомить вас с фунготерапией. И вы узнаете о каплях из серии «Грибная аптечка» на основе грибов Трамета, производитель фитобиотехнологии Украина. Трамета является сильнодействующим лекарственным грибом, который обладает отличительными лечебными свойствами, одобренными на практике учеными, докторами и пациентами. Гриб имеет множество полезных свойств. Он поднимает уровень иммунитета, полезен при сахарном диабете, гипертонии, ревматизме и тромбозе. Гриб Трамета растет на пнях и упавших деревьях. Гриб очень жесткий. Его плодовое дерево веерообразное, с шляпкой самого разного цвета. Синего, белого, серого, коричневого, желтого. Капли гриба Трамета являются диетической добавкой к рациону питания, которая может быть рекомендована для общего укрепления организма. Капли создают неблагоприятные условия для развития вирусов и возникновения новообразований. Способствуют нормализации уровня сахара и холестерина. Холестерина в крови, обладают антиоксидантными свойствами. Действие составляющих гриба направлено на снижение температуры, снятие боли, устранение аритмии и уменьшение количества холестерина в крови. Употреблять капли следует следующим образом. 30-40 капель, то есть одну чайную ложку, развести в 100 мл воды. Принимать 2-3 раза в день до еды. Курс приема 30 дней. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Капли выпускаются в удобной бутылочке с капельницей по 100 мл. Эти капли и все средства из обзора вы можете приобрести в интернет-магазине phytomarket.com.ua. Ссылка в описании. При каждой покупке вы получаете заказанный продукт и эко-пакет, который полностью разлагается и не вредит окружающей среде. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Задавайте ваши вопросы в комментарии и ставьте этому видео лайк. До встречи!